меня прекраснейшие люди. Вы понимаете, как-то они сконцентрировались на нашем предприятии. Работают световой день, и никто никогда не жалуется. Главная агрономка Правила Васильевна Михайловна. Сколько на поле здесь туда центнеров? 582. А он говорит 700. Есть участки 700. Уборка идет хорошо. Да? Немножко вам погоду привез на небольшое время. Потом, конечно, да, дожди пойдут. Мы справимся. С этим народом не справиться, ну, так, нельзя. Все если, справимся. Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Но это не такие люди. Эти люди от земли работают откровенно, работают так, если бы я захотел поругаться с ним, никогда бы не смог. Это вот сейчас эта закладка технических сортов, которые пойдут на картофель фри. Основной тип – это Навальный. Он самый дешевый. Дозревание картофеля в нем происходит гораздо лучше, чем коктейль. Это все загруженная камера. Вот продовольственный картофель, допустим, он развивается в Франции. Семена – это будет еще по другому городу. А это все на посольство заработает. Это свежие. Свежие. Мы ее вчера распаковали. Даже газы у них. Просто отказываются. Есть обычный набор. Картошка, морковка, лук-бурак. Очень хорошее. Это просто для хозяйства. В России их сейчас берут очень много. По Витебской области Толочинский район входит в такую группу, у которых наиболее обеспеченных садами. У нас особое внимание грушам позднего срока созревания. Так вот, из последних груша Завея, которая хранится до февраля в обычных хранилищах без регулируемой газовой среды. Это поздние спелые? Это для заквашивания поздние спелые. И Завея хорошо хранится. Вот. Аватар тоже для позднего срока созревания. И самое главное, что качаны не перерастают.